Всем привет! Сегодня я покажу вам, как собрать вот такой вот 14-гранник Рубика. Это очень простая головоломка. Даже проще, чем кубик Рубика 3×3×3, о котором я говорил в предыдущем видео. Единственное, с чем вы можете тут запутаться, это с направлением движения определенных граней. Но это я вам, соответственно, тоже покажу. Но тут не надо форму учить, поэтому тут намного проще. Я вам покажу, как его собирать. Итак, поехали. Итак, вот он сам, 14-гранник. И я вам покажу, куда он вертится, чтобы вы не ошибались. Он не может вертеться... Тут нельзя вертеть фасад по отношению к грани, состоящей из 4 квадратных деталей. Поэтому... Я вам сейчас покажу, что получится. О, видите? Никак. Он может вертеться только по фасаду по отношению к грани треугольной. Вот вы видите сейчас. Очень просто. Итак, сейчас я покажу вам, как его собирать. Так вот, вы видите. Разобранный 14-гранник Рубика. Я сейчас покажу вам, как его собирать. Извините. Для начала мы должны найти ориентир. Ну, в данном случае я хочу вам показать, что это будет вот такая вот квадратная плоскость. Нам нужно найти место, для которого... Место, для которого эта деталь предназначена. То есть мы ищем. Тут синий уже совпадает, поэтому я на это буду ориентироваться. И мы видим, что тут фиолетовый. Значит, мы должны фиолетовую и синюю, чтобы здесь была синяя, чтобы на грани, где она находится, была фиолетовая. То есть мы ищем и крутим. Так, подходит? Да. Мы видим, что тут фиолетовая. Фиолетовый, а тут синий. Мы поставили на место. Теперь мы будем ориентироваться по этой детали. Дальше мы ставим следующую деталь. То есть у нас тут подходит, чтобы синяя и розовая была. Вот мы такую деталь видим. Сейчас вы увидите кое-что. Близик, так сказать. И ставим на место. Та-дам! И ничего не собрано. Смотрите. Перевернута. Вся деталь перевернута. Это не из-за того, что у меня кубик ломался, а из-за того, что тут напротив каждой треугольной грани есть такая же грань с таким же цветом. Поэтому тут две одинаковые детали, только одна из них перевернутая. Мы ищем черную, розовую, синюю, которая уже нашлась. Вот. И мы ее крутим и ставим. Все. Вторая линия собрана. Дальше мы ставим. Ну, мы видим зеленое и розовое тут. И тут пересечение зеленое и розовое. Поэтому мы ставим. Последнюю осталось поставить. Зелено-фиолетовый. Но это не подойдет, а вот это подойдет. Так, значит, так. Поворачиваем. И возвращаем в исходное положение. Все. Сторона и первый слой собраны. Дальше мы собираем второй слой. Тут мы должны смотреть. Допустим, мы хотим вот сюда поставить нужную деталь. Мы видим, что тут фиолетовый, а тут розовый. Тут уже поставлено, но это неправильно. Поэтому мы должны найти другую фиолетовую розовую. Вот она тут нашлась. Смотрите внимательно, что я сейчас делаю. Я додвигаю место, куда должна эта деталь деться.
И вот эту я поворачиваю на место этой. Возвращаю в исходное положение. Все. Второй слой у одной грани собран. Дальше следующие грани собираются по тому же принципу. Мы делаем. А, ну тут можно, в принципе, даже эту деталь не поворачивать, на то место то есть можно повернуть эту. Дальше мы ищем. Ну, вот она у нас находится, я уже не буду рассказывать. Я к вам возвращаюсь, извините, у меня просто камера немного чудит. Итак, нам осталось всего лишь три поменять местами. Ну, тут это легко сделать, потому что это нужно переставить сюда. А для этого нужно все лишь подвинуть, убрать, подвинуть. Ну, и думаю, вы сами сейчас догадаетесь, что тут надо сделать. Тут нужно всего лишь один слой подвинуть. Все. Как мы видим, 14 граник Рубик собран. Итак, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, ставьте лайки. Итак, до скорой встречи. С вами был Гаврика Степан.